В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Алена Евдокимова. Здравствуйте. На Ставрополе прошел финал национального конкурса патриотической песни «Родники». На этой открытой творческой площадке каждый музыкант, поэт или композитор продемонстрировали свой пыл и талант. Сегодня мы поговорим с членом жюри конкурса «Родники», российским музыкантом, заслуженным артистом России, Российской Федерации Сергеем Войтенко. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте мы с вами поближе сначала познакомимся. Расскажите о себе, как вы пришли к такой профессии и как вы достигли таких высот. Ну, профессия выбирается, наверное, где-то сердцем. И я думаю, что многие дети, которые идут в музыкальную школу, они так или иначе потом выбирают. Но не все, конечно же. Кто-то выбирает себе путь артиста, музыканта, певца, исполнителя. Вот так же и я, собственно, как и все, учился в музыкальной школе, потом поступил в музыкальное училище, потом институт, аспирантура, и, собственно, вот он я. Вот. А так, на самом деле, я человек из среды музыкантов, то есть я профессиональный музыкант, баянист, и ну, люди, которые здесь, в Северокавказском федеральном округе, знают, что такое кавказская гармонь. Вот. Ну, у меня практически такое же, только не такое громкое, не такое громогласное, как гармошка. Вот. Я в свое время победил очень много международных конкурсов. Был одним из самых ведущих музыкантов в мире. Держал пальму первенства почти 10 лет. Меня все боялись. Я ездил на конкурсы, только первые места занимал. Вот. Потом я создал свой квартет. Это был баян, домра, балалайка, контрабас. Поиграли. Потом я создал... Ну, очень успешно тоже завоевывали премии на международный конкурс. Потом я создал группу «Баян Микс». Это два таких молодых человека, среди которых я был один из них. Наслышанный, да. И, да. В общем, собственно, мы взорвали и российскую эстраду, и международную эстраду. То есть мы играли в стиле техно-поп. Вот это два баяниста, которые так вот играют такую танцевальную музыку. Очень много молодежи было на наших концертах. То есть мы так проехали весь мир и на стадионах выступали. Стадионы собирали большие. Самая большая площадка, это было 600 тысяч человек. Это мы в рамках большого рок-фестиваля выступали, рок над Волгой. Вот. Потом я создал свой продюсерский центр, создавал очень много других коллективов и артистов, помогал раскручиваться. Потом я создал свои несколько фестивалей и конкурсов, о которых я чуть позже могу рассказать. А сейчас я больше как композитор, больше как певец работаю. То есть я инструментальную музыку не забросил, но просто я этот дуэт «Баян Микс», который был со своим участием, теперь там работают другие ребята, молодые, красивые, накачанные, вот, энергичные. А я много сочиняю музыки, песен. Мои песни поют известные российские исполнители: Лев Лещенко, Михаил Шафутинский, Таис Павали, Денис Майданов, Родион Газманов. Мы тоже с ним одну мою песню поем. Сергей Волчков, ансамбль Александрова, ансамбль Росгвардии, Кубанский казачий хор. Очень много различных народных коллективов. По-моему, из Ставрополя тоже кто-то поет мои песни. Вот. Ну и сам, естественно, пою песни, выпускаю клипы. И, собственно, вот. А в последнее время особенно много я пишу, хотя я всегда писал патриотические песни, просто сейчас они в тренде. А так, я так же, как и Олег Михайлович Газманов, как же, как Майданов, как Маршал, как Матвиенко для Любы пишет. Всегда такие песни писал о человеческих ценностях, о любви к родине, о любви к маме, к папе, о дружбе, о каких-то, ну, таких правильных человеческих понятиях. Вот. Поэтому эти песни сейчас, они у меня, грубо говоря, накопились уже за много лет. Они сейчас очень популярны, модны и нужны в это время. Но я сейчас продолжаю писать патриотические песни. И очень рад, что Олег Михайлович Газманов пригласил меня в этот фестиваль, в этот конкурс, где я получил огромное удовольствие как человек, как слушатель. Получил огромное удовольствие как композитор, потому что мне было интересно познакомиться с творчеством новых авторов. И что для себя я открыл, что огромное количество, очень много авторов у нас в стране, талантливых, которые просто пишут и пишут и пишут и пишут такие песни, от которых просто вот, ну, где-то слеза вышибает, где-то мурашки бегут. И самая главная задача вот сейчас этих людей — показать нашей стране. Потому что то, что происходило до сегодняшнего дня на нашей эстраде, это была некая такая келейная история, то есть там был определенный круг артистов. Сейчас нужно менять.
чуть-чуть все меняет. Сергей Иванович, вы поделились таким огромным опытом, и на сегодняшний день вас пригласили поделиться этим накопленным опытом в члены жюри на конкурс национального проекта патриотической песни «Родники». Поделитесь, пожалуйста, как вы приняли это решение? Ну, сложно отказать Олегу Михайловичу. Тут решение, мне кажется, принималось автоматически. Олег Михайлович сказал, будешь? Я говорю, конечно, буду. Где страна? Как помните, есть такая пословица, партия сказала, комсомол ответил, есть. Да. Ну, вот. Старший сказал, ну, я Олег Михайлович очень уважаю, люблю, и его творчество, я на него всегда ориентировался. И когда Олег Михайлович сказал, примешь участие, да я с удовольствием, прям обеими руками и ногами. Одна из главных новостей этой недели как раз-таки финал конкурса «Родники», проводимый в Ставрополе. Давайте поделимся с нашими зрителями, а может быть, кому-то напомним об истоках этого конкурса. С чего же все началось? Ну, во-первых, вам очень повезло, то, что финал здесь. И многие очень удивились, а почему Ставрополь? А я теперь понимаю, почему Ставрополь. Потому что, во-первых, здесь хорошая организационная команда. Здесь прекрасная погода сейчас. Здесь очаровательные люди. Очень много красивых девушек, что немаловажно, в организации, в оргкомитете. И это все создает определенное настроение, красоту, атмосферу. Вот. Поэтому Ставрополю очень повезло. Я, насколько знаю, что руководство города стремится, чтобы этот конкурс, финал был постоянно здесь. Ну, по крайней мере, несколько лет вперед. Поэтому держите. Держите за собой это право. И я думаю, что Ставрополю это только даст дополнительные бонусы, потому что этот фестиваль, этот конкурс, он, во-первых, может привлечь дополнительное количество людей, именно туристов, потому что событийные мероприятия, событийный туризм в данном случае сейчас в России очень сильно развивается, и вообще туризм российский развивается. Поэтому у вас есть что показать, есть на что посмотреть. Опять же, на вас. Прийти на телевидение и с вами пообщаться. Вот. Поэтому очень здорово, что он здесь проходит, и я желаю, чтобы это состоялось грандиозно, громко, и уже гала-концерт будет вот сегодня, да, и зрители могут принять участие в качестве вот гостей, посмотреть и послушать это все. А истоки, истоки, ну, тут далеко ходить не надо. Специальная военная операция дала очень большой толчок к тому, чтобы в стране начало что-то меняться. Начали меняться люди. Мы начали все меняться. Мы начали смотреть на себя по-другому. Мы перестаем стыдиться своей страны и перестаем стесняться своего происхождения. Ценности изменились в целом. Ценности абсолютно правильно вы говорите. Ценности мы начали возвращать свои, те, которые были всегда. У нас всегда был свой русский путь. Мы большой семьей всегда жили, всегда дружно очень. Осетины, дагестанцы, чечены, татары, мордва, украинцы, белорусы, русские. Все жили дружно. И так же и продолжаем. И будем продолжать жить. Вот то, что от нас закрылся Запад своим железным занавесом, слава богу, пусть они там сидят, свои каши варятся, а мы будем идти дальше по своему пути. Да, нас немножко сбили с толку вся эта западная методичка, которая первое, что сделала, это внедрилась в культуру, прежде всего, в образование, в медицину, и внедрилась в мозг наших сограждан, переформатировав там, ну, скажем так, навязав какие-то свои европейские ценности и какие-то каноны, вот, которые нам чужды. Поэтому то, что сейчас вот меняется, это очевидно. И то, что сейчас таких конкурсов, как конкурс «Родники», будет много, я в этом очень уверен. И поэтому я, во-первых, сам провожу такие тоже мероприятия и авторские конкурсы. И то, что Олег Михайлович Газманов придумал этот конкурс, я думаю, что это просто лежало все на поверхности, и давно уже надо было это поднять. Но, видимо, раньше это было не совсем возможно и так актуально, как сейчас. А сейчас это действительно люди принимают совершенно по-другому. Принимают так, как надо. То есть мы можем сказать, что молодое поколение переоценило ситуацию сегодняшнего дня и действительно с гордостью и любовью относится к своей стране. И вот эти неправильные ценности, как вы правильно сказали, которые в какой-то степени были запущены в нашу культуру, они искореняются. Да, ну, я, во-первых, за молодежь очень рад и горд. Вот я даже вижу по вашим глазам, когда вы сейчас сказали, что молодежь изменила свои взгляды. И я вижу, что вы это искренне говорите. И я прям вот уж, у меня аж мурашки сейчас
внутри даже идут, потому что на самом деле сейчас молодежь, вы растете так, как надо. Есть поколение, которое мы потеряли, это то поколение, которое росло в 90-х, в 2000-х, которое, к сожалению, питалось оттуда вот всем тем, извините за выражение, дерьмом, которое нам заливали в уши и везде, в сердца и в глаза. Вот. Поэтому с ними нужно будет еще поработать, как сказал наш президент на своем послании. Я там был, присутствовал, он сказал, когда специальная военная операция закончится, СВО начнется внутри страны, то есть специальная воспитательная операция. И вот воспитательная функция, она лежит также вот в этих конкурсах, в этих фестивалях. По сути, песня сама по себе – это некая синергия, да, смыслов и каких-то посылов. В каждой песне есть внутренний свой стержень и посыл. Когда мы слушаем песню, иногда мы начинаем плакать, да? Иногда у нас мурашки, иногда мы улыбаемся, иногда мы, наоборот, грустим. Отчего это возникает? Потому что за 3 минуты вот песня воздействует так на человека, что он может даже поменять свое какое-то мнение. Поэтому почему, когда был 41-й, 45-й, и сейчас тоже это продолжается, агитбригады, артисты, певцы и музыканты ездили на фронт для того, чтобы солдатам петь песню. Это же не просто так. Это не потому, что вот их надо развеселить. Нет, а потому что в каждой песне есть какой-то свой заложенный код национальный. Насколько известно, вы же тоже были участником фронтовых песен. Я и до сих пор их пишу, и много. У меня очень много окопных песен, так называемых, которые ребята поют в окопах под гитару, там кто-то под гармонь. Вот, я очень много пишу, да, и сейчас мои песни, они звучат и на различных радиостанциях, именно вот, которые сейчас вот новые открываются, там «Радио Крым», там у них есть специальная программа «Песни на войне» называется, по-моему, она у вас тоже здесь звучит, «Радио Крым». Вот, поэтому воспитание человека через культуру – это наиболее самое правильное и мягкое воспитание. Запад всегда боялся нашей культуры, и с чего он начал – это разрушать нашу культуру. Ведь культура – это мягкая сила. То есть это не кулаки, это не что-то такое жесткое. А это вот, ну, буквально вот спел песню, да, я вижу даже, как люди на моих концертах реагируют. Я спел песню, там, я русский, этим горжусь, да, все встают там, начинают там зажигать фонарики, молодежь там и подпевает, да, или там песня «За Донбасс», или песня там «Пишите своим любимым», в которой парень пишет маме, папе и любимой, понимаете, и у людей мурашки. Или «Жены героев», которые я недавно сочинил, там тоже все встают, потому что там про женщин, про матерей, про жен, про дочерей. То есть те, которые ждут, верят и ждут, и их любовь, она как раз помогает нашим бойцам выживать, потому что любовь творит чудеса. Вот поэтому, когда ты поешь песню на своих концертах, ты видишь реакцию людей. И вот эти песни сейчас, вот кто бы мне что ни говорил, раньше, буквально еще 2 года назад, вот такого воздействия мы не имели. Сейчас люди начали меняться, мы начали открывать глаза, и мы воспринимаем все по-другому. Более как будто у всех, знаете, как оголенный нерв стал. Как будто вот эту вот изоленту сняли, и мы сейчас воспринимаем это все гораздо, ну, знаете, когда вот витамины, скажем так, принимаешь, и врачи говорят, прежде чем витамины принимать, нужно очистить свой организм. Вот у нас сейчас тоже очищение какое-то произошло, и все, что сейчас заливается в наши головы, что сейчас самое важное, да, заливать правильную, нужную информацию и нужные посылы заливать, да, вот эти патриотические конкурсы, они сейчас очень сильно нужны. И вы тоже на гала-концерте, когда увидите, как будут люди воспринимать новых героев, новых артистов. И причем, знаете, самое интересное, что не нужны даже звезды сейчас. То есть то восприятие, когда раньше вот, ну, надо организовать концерт на День города. Обязательно должна быть звезда. Вот сейчас уже не обязательно. Сейчас люди приходят просто получить, ну, радость общения с музыкой, с песней. И поэтому вот сейчас переоценка ценностей происходит у всего нашего общества. И я очень рад за молодежь. И я думаю, что это, наверное, особенность нашей нации, что в критические моменты мы всегда объединяемся. Мобилизуемся, да. 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 Давайте немножко вернемся к актуальной новости, это к сегодняшнему гала-концерту и в целом конкурсу. Я не представляю, насколько была насыщенная неделя, но поделитесь, пожалуйста, как проходили конкурсные дни.
конкурсные дни проходили много месяцев. Это же не один этап. Там были отборы. У нас было 15 тысяч заявок. Среди 15 тысяч заявок отбирали сначала, было первое сито, потом второе сито. То есть это много участников, именно членов жюри, так называемых. Да. Это и народ голосовал, это и студенты голосовали. Была большая часть песен отдана студентам института имени Ипполитова Иванова. То есть студенты, молодежь слушали песни и выбирали те, которые им по душе. Но, соответственно, понятно, были критерии, что надо обязательно, чтобы песня соответствовала критериям конкурса. То есть эта песня должна быть либо про СВО, либо про родину, про дружбу, про маму, про папу. Про человеческие ценности. Вот. И потом, когда мы уже среди 120 заявок, точнее, среди всех заявок отобрали 120, и вот мы уже сели, членами жюри, которые как раз сейчас находятся в Ставрополе на конкурсе, мы как раз отбирали вот эти вот 120 песен. Это было очень сложно, но мы отобрали среди них 28. И вот еще сложнее среди этих 28 было отобрать победителей. Но еще раз повторю, каждый человек и каждый автор был достоин первого места, призового места. Но поскольку есть все-таки кому-то надо отдать первое, кому-то второе, кому-то третье, кому-то нужно отдать приоритет за лучший текст, за лучшую музыку, за лучшую аранжировку, поэтому нам пришлось принимать решение, хотя сердце кровью обливалось. Но я думаю, что все ребята, которые не победили, не получили премии призовые, да, я думаю, что они обязательно станут все равно звездами, станут известными, да, потому что их песни действительно, они прям трогают самое сердце. Я как раз хотела спросить, с какими трудностями столкнулись участники или члены жюри, но теперь я понимаю, что самая большая трудность – это выбрать лучшего. Да, вообще просто невероятно сложно. Вы встречались с большим количеством талантливых участников. Есть ли работы, которые вам запомнились больше всего? Были очень яркие песни, где-то мне больше тексты понравились, где-то больше музыка понравилась, где-то аранжировка, где-то сам исполнитель. Я в восторге. Я в восторге от всего того, что мы услышали. И все 28 человек, они, собственно, все яркие. И вот невозможно их определить или выделить, кто из них лучше. Угу. По опыту данного фестиваля, планируете ли вы продолжать участие вот в подобных мероприятиях? Ну, это как Олег Михайлович позовет, конечно, буду принимать участие с удовольствием. Ну, я, опять же, имею свой какой-то еще и опыт проведения своих больших фестивалей в том числе. Вот, поэтому, если нужна будет моя помощь, я обязательно помогу и приду, скажем так, окажу свою поддержку. Вот, и, кстати, буквально вот в октябре уже будет проходить тоже мой фестиваль, называется «Душа баяна». И я приглашаю всех жителей и творцов, солистов, коллективы взрослых или детей, профессионалов или любителей, неважно. Приглашаю принять участие в нашем конкурсе. Тоже заявки у нас принимаются до 1 октября. Пожалуйста, может быть, даже и продлим, может быть, до 15-го. А сам фестиваль состоится в 20-х числах, по-моему, в начале октября. Будет он в Владикавказе. Что он из себя представляет? Могут принять участие вокалисты, инструменталисты, хореографы, театралы, чтецы. Главное, чтобы в каждом номере, ну, в одном номере, то есть человек должен предоставить один номер, но чтобы в этом номере обязательно фигурировал каким-то образом баян, гармонь, аккордеон, неважно, там, физически, может быть, в виде темы, может быть, в виде образа, вот, может быть, просто в аранжировке он где-то там, вот, танцоры обычно танцуют, у них там где-то звучит, там, вот, опять же, у вас сколько здесь кавказских танцев и кавказских танцевальных коллективов, они тоже могут принять участие в этом фестивале, поэтому милости просим, душа баяна. Заходите в интернет, и там есть и сайт, и есть и все соцсети, и там можно подать заявку. А возрастной ценз какой? Нет никаких ограничений. Хоть от 3 лет. У нас были даже участники 3 годика. И самый старший участнику было 92. Поэтому самые маленькие, самые большие любители, профессионалы, солисты и коллективы. Кто угодно, пожалуйста. И конкурс бесплатный, нет никаких взносов. Отлично. Ну, это первый раз слышу, чтобы на одной сцене и дети, и взрослые, и пожилые. У нас обычно, знаете, как бывает? Ну, не то, что обычно, но очень часто бывает, что дети выиграют у взрослых, а любители у профессионалов. Потому что самый главный критерий нашего фестиваля – это яркий концертный номер. Поэтому ты можешь быть сильным профессионалом, очень там
семи пядей во лбу, что называется, но ты выходишь и не трогаешь. А выходит ребенок непрофессионал, или там любой, там, или там какой-то пожилой человек, и как развернул меха, или как спел, или как станцевал, и у тебя мурашки. Вот. Это вот, это то, что мы как раз и хотим на нашем фестивале видеть. То есть яркие концертные номера. Потому что зрителю что важно? Зрителю не важно, кто ты, профессионал, непрофессионал, умеешь ты там что-то делать или не умеешь. Зрителю важно получить эмоции. Он получить удовольствие должен от вашего исполнения. Поэтому я считаю, что наша страна, она наполнена талантами. И среди любителей огромное количество людей, которые могут выйти и утереть нос профессионалам. Угу. Сергей Иванович, мы можем с вами подытожить. Вот проведение подобных конкурсов, как «Родники», как ваш конкурс. Цель же не конкурс ради конкурса, а чтобы он оставил какой-то след после своего проведения. Вот мы можем подытожить, какой же след оставит конкурс «Патриотическая песня»? Я бы хотел сказать, во-первых, спасибо президентскому фонду культурных инициатив, который был создан 2,5 года назад. И вот эти два конкурса, они проводятся при поддержке этого фонда. И вот именно большинство, точнее, я бы сказал, все проекты, которые поддерживает президентский фонд культурных инициатив, они оставляют след. В данном случае патриотический конкурс «Родники», конечно же, запускает такой механизм, который немножко спал. И спал он не по причине того, что он просто вот такой лентяй, а потому что не было такого спроса вот на патриотику, на ту песню, которую мы сейчас хотим. Мы ее хотим. Люди хотят это слушать. Поэтому «Родники» запускают новую веху в истории развития именно творческого потенциала в нашей стране. И вы увидите, что буквально через пару-тройку лет вы увидите совершенно других исполнителей на телевидении, на радио, которые будут настоящими, которые будут от народа, грубо говоря, там большинство, да, у которых есть сердце, у которых есть душа, и для которых слово «патриотизм» не пустое слово, а действительно это любовь к родине. Действительно. Мы так много проговорили об этом конкурсе, мы многих людей заинтересовали, мы пригласили, но не все смогут попасть. Будет ли трансляция, где ее можно посмотреть? Ну, во-первых, на вашем канале можно будет посмотреть. Во-вторых, можно будет посмотреть родники.сайт, это сам сайт, заходите и там выбираете. Либо в соцсетях можете найти патриотический конкурс патриотической песни «Родники», там тоже можете найти. Поэтому бегом в интернет. Большое спасибо, Сергей Иванович, что вы нашли время прийти сюда. Вы же сразу с конкурса к нам приехали, да, верно? Да. Спасибо большое, что выделили это время именно нам. Мы рады были пообщаться. Вы рассказали нашим зрителям о ценностях, которые нужно чтить, которые мы возвращаем. Я думаю, в следующем году и, в принципе, в последующие годы количество участников будет только расти. Спасибо, что вы работаете над этим. Желаем вам дальнейших успехов. Спасибо. И вам спасибо. Дорогие друзья, 16 сентября в 19:00 приходите посмотреть на гала-концерт, где юные ставропольцы споют со звездами российской эстрады на Крепостной горе. И, как всегда, до встречи в эфире. Оставайтесь на своем.